самом интересном месте. Карта памяти закончилась. Пришлось немного старых видео удалить. Вот такого мы грибка нашли. Будем его чистить. Скорее, что не это, без червяков. То, что свеженький. О, красавец. Ножка это, этот погрыз малость. Проволочник. Проволочник, не, ерунда. Немного видно он. Поточены. Да, мы посмотрим. Моя шляпка целая. Здесь то что-то мягко так. Не буду тут резать его. Уже дома разрежу. Рыбок красавец, конечно. Идем дальше. Ах, запах какой смачный. Так. Да, уже собирался идти потихоньку в ту сторону назад. Даже глядь в сторону гриб. Пойдем, значит, пройдемся туда. Там больше грибниц было. Это может быть тут еще что по мху. Так он вырос. Побачим вокруг. Там есть вот местинка одна. То той местинке там по мху. Тот год грибов много было. Наверное, штук 5 таких нашел, даже больше. В 2 раза. Много повнимательнее. Пройдем старым лесом туда. А обратно по молодняку. Ну уже результат есть. Не просто белый, а боровичок. Называют их у нас черноголовики. Нашел я его в старом лесу. По молодняку, видно, просушило сильно. А тут мох. Да к вам ху. Нормально. Влага, значит, была, чтобы его вытянуть. Это вот на этом участочку еще попадались, так. Такое чувство, что это будет единственная находка сегодня у нас. Ну и то приятно такого грибка найти. Красавца. Передавали на наш заморозки до -3. Ну, у нас тут получается юг Беларуси, по лесе, то может таких не будет, может на болотах только, а по лесу не будет, если заморозков, да прошел дождь, то могут еще пойти грибы в этом году расти. Так что, если тепло не кончится в октябре полностью сразу резко, то еще, может, и позбираем грибов малость, походим. Дойдем тут до крайней точки и на разворот и назад. То, что надо, 5:30 уже на дороге быть, возле машины. Дорогу то назад я уже не буду снимать, так как сюда, так что я хожу быстро и напрямую. Слышно, где-то в лесу лесовозы ездят.
не видно ничего. То тут уже тупик, пошли дальше кусты. Туда идти особо не хочется. Пойдем это обратно, как я говорю, в левую сторону. Там с той стороны болотянка немного, так, низина. Возле нее, поэтому молодой вот лес на границе со старым получается. Да. А тут обычно тоже грибки попадались хорошо. Ну, можно сказать, гриб добыли. Буквально вот я уже собрался идти назад, развернулся, взять сторонку и гриб. То есть леший нам грибка все-таки подарил одного. За то спасибо. Может, еще найдем. После такой засухи, как было, особо то и не надеюсь. В том году я со старых грибов смесь мутил, высаживал тут грибы, они постояли, немного перебродили. Со старых грибов эти пластины черные уже были такие, споры высыпались. И я эту штуку развел в вазе, потом дырок палкой понаделал тут везде, поналивал. Посмотрим, перегляжу старое видео, где точно лил, того, что все места не позапоминал, так примерно. Поэтому молодничку вокруг тут заливал, грибы я. И там по-старому немного. Если все нормально пройдет, будут новые грибницы разрастаться. Обратно вернулись. Ладно, пойдем. Как я и сказал, наверное, это единственный гриб, что нам попался. Так что можно идти с добычей. За 20 километров приехал. Чисто чтоб походить по лесу. Решил заодно и снять видео. Раз уже в лес пошел. А вот только что мы тут и брали грибы. Видно, обрезки белые валяются с ножки. Ладно, тут вот глянем туда-сюда еще. А вдруг... Вдруг он тут не один, да? Так как место на карте памяти закончилось, придется видео монтировать. Скорее всего, что сегодня я его не выложу. То, что покуда обработается, загрузится, то долго. Это древесные грибы. Паразиты. Так. Конечно, не люблю видео монтировать частей. Нагружу все одним кадром, без всяких монтажей. Все, что есть, то и... Все, что снимаем, то и грузим. Так. Не видно больше ничего.
Надо потихоньку идти. Тут в том году я тоже спорж порассевал. Когда пойдет год грибной, то тогда по своих местах засеянных пройдусь, погляжу, подействовало, но не подействовало это действие. Если подействовало, да, грибы будут расти, то буду уже потом постоянно заносить их, чтобы развивались, а то видно старые грибницы, где есть, так там только грибы разводят, а уже в других местах особо не попадается так. По этому бугору пройдем не спеша, пройдем, глянем. Полнейшая тишина. Можно себе тут какую-нибудь хибару сделать. Да летом иногда выезжать в лес. Если время, конечно, найду. То, что за пчелами не успеваю особо поле-то выехать. Это уже я их собрал на зиму, пчел, подкормил, все. Вот и время немного нашлось так. За два дня было штурмовое предупреждение, ветер сильный, то видно веток вот насбивало мелких много.
Дорожку увернула с кореньем. Вот мы были. Тут вот осы находятся. Вот один улей висел, прошли. И тут вон улья. Вон улей. Потом вон улей один висит. Вот. И все там на бугру. Пасека рядом. И вон еще улей. И вон еще. Получается две колоды, 3-4. 4 здесь стоят вот колоды. Вот одна. Вон вторая колодка. Вон вдали там, вот видно возле березки на конце ножа. Третья и вот четвертая колодка. Там пятая. И еще дальше туда по просеке еще пару. Или то три. Так что осы тут родители сейчас для пчелы вынесут много меда за осень. Если, конечно, пчелы есть, колодка. Ладно, пойду. Может, еще гриб где попадется. Вот еще вспомню вот по этой вот просеке тут в сторонку я засел грибов много. Там такое место, что мало кто заходит. Вокруг кусты и островок такой с пятнами. Видно, зверь покопал или там кабаны купались в песке. А там грибов рассеял много в той точке. Так что посмотрю потом на следующий год, если дожди будут. Вот уже пришли мы на изначальное место, откуда заходили. Вот. Я седой зашел, пошел туда лесом, туда крутнулся. И вот по дорожке назад вышел. В итоге у нас один гриб. В том году они тут прямо на дороге росли. А вот этот год не густо. Ну и не пусто. Грибок красивый такой. С налетом сизым наверху. И крупный. Наверное, грамм 300. Сварим супчик с его. Эх, запах какой хороший. Смачно. Ладно, на этом будем заканчивать наш поход. Всем, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Всем удачи, до свидания.